Всем большой привет! С вами Таня. Вы смотрите канал «Атмосфера счастья». Я вас всех очень рада видеть у себя в гостях. И сегодня вас ждет распаковка товаров для кухни с AliExpress. Мне пришли две посылки с AliExpress. Здесь находятся товары действительно для кухни. И сегодня мы вместе с вами даже будем открывать вино в преддверии Нового года. Сделаем такое дело прямо на камеру. Итак, открываем первую посылку, первый пакет. Оба этих гаджета, как я говорила, для кухни. Они от компании, от бренда HoHo. Это подбренд фирмы компании Xiaomi, который я обожаю. У них есть абсолютно все, и у них есть уникальнейшие, необыкновенно крутые гаджеты, аксессуары для кухни. Я на 100% уверена, что 99% моих зрителей, а то и больше, абсолютно никогда не видели подобные гаджеты. И я думаю, что я вас сегодня очень сильно удивлю, потому что когда я читала описание и смотрела отзывы, я удивлялась, что такое вообще существует на свете. И первое, то, что я буду сейчас открывать, обратите внимание, как все запаковано. Посылку мне эту отправили со склада, который находится на территории Российской Федерации, поэтому не пришлось ждать посылки с Китая. У компании Xiaomi, у компании HoHo есть свои склады на территории РФ, поэтому вам тоже посылка, если вы выберете, даже если вы сделаете заказ на AliExpress, но выберете доставку с РФ, вам тоже посылка придет очень-очень быстро. И первое, то, что я здесь вижу, это электрический измельчитель. Называется электрическая мельница для соли и перца Xiaomi HoHo Electric Ginger Black. Мне отправили цвет черный. Что у нас здесь внутри лежит? Классно. Представляете, есть инструкция даже на мельницу у компании Xiaomi. Вот, два у них вида. Есть черного цвета, есть белого цвета мельницы. Далее находится сама электромельница в индивидуальном пакете. Он, кстати, внутри коробки не болтается. Во-первых, конечно же, хочется отметить великолепный внешний вид и дизайн. Очень красивый, очень лаконичный дизайн, стильно смотрится, украсить любую кухню. И с первого раза даже непонятно, что это электромельница. За счет того, что она работает от батареек, батарейки мы сейчас ставим, конечно же, покажу, как они вставляются. Она мобильна, можно ее легко перемещать по всей кухне и над столом и так далее, очень удобно. Включается эта электромельница одним нажатием, одной кнопочкой. Может беспрерывно работать эта электромельница и перемалывать то, что вы в нее насыпаете. Это и белый перец, черный перец, тмин, абсолютно любые другие специи. Я хочу насыпать сюда соль. Также хочется отметить качество материалов используемых. ABS пластик, вот этот корпус черный, матовый, он легко чистится, он износостойкий. Также внизу здесь есть вот такая крышка, которая легко снимается, и мы видим регулировку степени помола. Здесь 5 режимов, и вы по своему предпочтению можете как раз таки выбрать. Можете перемалывать в порошок, можете выбрать более крупные частички. Здесь механическая регулировка, и все это слышно, да, до щелчка. Сам механизм внутри мельницы тоже изготовлен из высококачественного материала, изготовлен из керамики. И это, конечно же, позволяет, во-первых, не менять вкус специй, во-вторых, это антикоррозийный материал, он не боится влаги, поэтому ничего не будет ржаветь со временем даже. Эту электромельницу испытывали даже в соляном тумане, 72 часа она не ржавела. Также вот этот ABS пластик, про который я говорила, что он тоже качественный, он противоударный. И даже если ваша мельница упадет с высоты не более 1 метра, то она не разобьется и ничего с ней не случится. Также хочется отметить, что прослужит она вам очень-очень долго. У нее более 6000 циклов, что примерно посчитали равно 20 годам. 20 лет вы можете пользоваться данным устройством. Батарейки нужно менять примерно раз в 6 месяцев. По-моему, это очень-очень круто. И также здесь должна быть светодиодная подсветка. Ну, давайте посмотрим теперь. Ставим батарейки, которые я принесла. Так, а крышку нужно закрыть. Здесь есть замочек. Замочек открыть, замочек закрыть. Мельница внутри выглядит вот таким образом. В этом отсеке находятся батарейки. Батареек нужно 6 штук. Вставляем обратно. У меня есть вот такая крупная гималайская розовая соль каменная. Насыпала я небольшое количество. Закрываем до щелчка. Я сняла крышку. Давайте нажмем. Она реально, посмотрите, как... Просто зажимаете кнопку.
И она работает. Как много уже этого порошка. Сейчас я попробую поменять. Она, кстати, очень-очень тоненько перемолола. Надо попробовать поставить покрупнее. Я, например, еду очень люблю не досаливать. И я подумала, что это будет очень удобно, когда у тебя будет электромельница стоять. А ты такой взял, чуть-чуть добавил. Ну, слушайте, тут, конечно, очень много. Мне кажется, вот такие электромельницы, да, используют в ресторанах и так далее. Просто суперская вещь, ну, нереальная. Конечно же, свежемолотые приправы, они гораздо вкуснее, они гораздо ароматнее, потому что они сохраняют вот этот и вкус, и аромат в себе, не в перемолотом виде хранятся. Очень-очень-очень-очень рада я вообще такой штуке. С удовольствием буду пользоваться. Обязательно напишите в комментариях, удивило ли вас такое приспособление для кухни. Если не удивило, следующее точно удивит. Давайте раскрывать и смотреть с вами, опять-таки вместе пробовать. Очень-очень-очень рада. Крутая, очень крутая. А я, кстати, еще вам обязательно оставлю промокоды, которые мне предоставит продавец. Поэтому обязательно проверяйте в описании, смотрите, там будет вся полезная информация. Раскрываем вторую посылку. Это вообще себе даже не представляете, что это такое может быть, если только где-то в заголовке, да, я ухожу. Так, открываем коробочку, и внутри у нас лежит, знаете что, электроштопор, тоже от компании Xiaomi. Не выключайтесь, обязательно посмотрите, я уверена, что она вас так удивит, потому что когда я посмотрела видеоролик, как пользоваться этим электроштопором, я просто обалдела. За 6 секунд можно открыть абсолютно любую бутылку вина, представляете? Здесь написано как раз, откройте одну бутылку за 6 секунд, откройте 10 бутылок за 5 минут. Но это уже для такой очень бурной компании. Конечно же, очень удобно использовать на каких-то вечеринках, свадьбах, кафешках, возможно, если вдруг у вас есть кафе. Но дома у нас все время проблема со штопором, поэтому, конечно, дома тоже удобно будет держать. А еще для любителей вина, если вы знаете, что человек очень любит вино, это супер крутой подарок. Вот, ну что, тоже давайте посмотрим, чем порадовала компания Xiaomi. Во-первых, здесь есть специальный разрезыватель бумаги для того, чтобы вино открыть. Звучит сложно, делается все просто. USB кабель, от которого заряжается аккумулятор данного электроштопора. И сам штопор, давайте посмотрим, как же он выглядит. Да-да-да-да, он тоже такой красивый. Там тоже внутри есть инструкция, но инструкция, эта книжечка мне даже не нужна, потому что я смотрела видеоролик. Вы тоже мой видеоролик посмотрите и все поймете. Он уже, кстати, пришел заряженный, полную зарядку первый раз. Рекомендую делать в течение 3 часов. Заряжается от USB, также от беспроводного зарядного устройства можно заряжать. Также и напрямую, конечно же, можно сразу от розетки заряжать. Здесь внутри находится литий-ионный аккумулятор с длительным сроком службы, который позволяет открыть без подзарядки более 70 бутылок вина. Хватит, ну если вы пьете редко, хватит вообще надолго, можно будет очень редко заряжать. Здесь есть одна кнопочка, которая меняет положение вверх-вниз. Также есть световые индикаторы, по которому можно отследить как раз-таки емкость аккумулятора, сколько еще мощности осталось. И, кстати говоря, я думаю, что вы заметили, да, что штопор работает очень тихо. У него, кстати, тут тоже есть светодиодная подсветка голубого цвета. Очень красиво это выглядит. У него, по-моему, шум не более 60 дБ. Действительно, это очень-очень низкий уровень шума, который абсолютно не мешает, не раздражает. Ну и что касается материалов, конечно же, использован качественный ABS пластик. И та часть, которая соприкасается с едой, с бутылкой, изготовленной из пищевого силикона, можно напрямую прямо прикасаться. И ничего страшного в этом нет. Вот внутри как раз-таки вот эта прослойка, она силиконовая, безопасная для человека. Теперь приступаем к самому интересному. Я вытащу нож. Ой, кстати, это, он действительно выполнен именно в виде ножа. Вот так вот он выглядит для того, чтобы разрезать бумагу, которая идет на вине. Реально? Я думала, что я сейчас эффектно открою вино и выпью вместе с вами. Представляете, это органическое безалкогольное вино. Zero. Здесь вот 0% алкоголя. Сухое шардоне вино испанское. Специально, блин, купила. Оно, оказывается, идет
не с пробкой. Ну ладно, ничего страшного, я вам обязательно вставлю ролик, как работает данный гаджет. Берете бутылку вина, ставите вот этот нож таким образом, далее прокручиваете, и вот эта бумага верхняя, она, когда вы будете снимать эту бумагу, она автоматически слетает, и остается голая пробка. Далее вы берете электрический штопор, но я здесь не смогу вставить, потому что уже диаметр не подходит, здесь есть крышка металлическая. Вы вставляете этот штопор, далее нажимаете кнопку вниз, загорается световой индикатор и штопор крутится. В течение 6 секунд открывается бутылка. Далее вы нажимаете кнопку, которая идет сверху, загорается красный индикатор и пробка ваша вылетает. Вот такое чудо электроштопор. Напишите, видели ли вы что-то подобное, удивила ли я вас сегодня новыми интересными гаджетами. Все ссылки, купоны, скидки, акции найдете внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Ну а я сегодня попробую свое вино. Смотрите, как много я решила выпить. Сейчас буду пробовать, но прежде я хочу сказать тост, потому что это будет мой последний ролик в 2021 году. И, конечно же, я хочу поднять за вас этот бокал вина такой красивый, пожелать вам всего самого наилучшего, поблагодарить вас за то, что вы были в этом 2021 году вместе со мной, тех людей, которые давно со мной, давно смотрят мой канал, тех людей, которые только в этом году присоединились. Я очень благодарна вам, я очень благодарна 2021 году. Для меня он был, ну, с какими-то сложностями, трудностями, но он был очень-очень-очень кайфовый, он очень был насыщенный, интересный, и он был очень творческий. Я рада и я довольна, что этот год прошел именно так. Мне очень нравятся те изменения, которые произошли со мной. Я надеюсь, что у вас тоже произошли какие-то хорошие изменения. И за вас, мои дорогие, с Новым годом!